В поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген вновь заработал самый северный в мире кинотеатр, сообщают в официальном канале Триест Артик Уголь в Телеграм. В кинотеатре культурно-спортивного комплекса поселка Пирамида усилиями предприятия была восстановлена работа советских пленочных кинопроекторов и состоялись первые показы из мульт- и киноколлекции. Напомним, что в местном фильмохранилище хранятся и сохраняются в рабочем состоянии несколько сотен кинопленок, многим из которых более 50 лет, говорится в сообщении. Уникальность местного фильмохранилища в том, что не требовалось никаких специальных технических инженерных решений, чтобы оно функционировало по всем нормативам и требованиям. Все благодаря арктическому климату, низким температурам и низкой влажности. Большинство пленок, как в Баренцбурге, так и в Пирамиде, это пленки производства конца 60-х годов и далее. Ленты самые разнообразные. Советская классика, фильмы о Шпицбергене. Также здесь есть легендарный фильм с Мерлин Монро в джазе «Только девушки без цензуры».